многодетной семьи Жидовых из Твери есть 5 настоящих поводов для истинного счастья. Нетрудно догадаться, что это дети. Мы продолжаем рассказывать про многодетные семьи нашего региона в рамках нашей рубрики «Приуроченные году семьи. Многодетная семья. Тверская традиция». Елена поистине счастливая мама, у нее 4 дочки. Женщина делится, что еще будучи студенткой, поставила себе цель – иметь 5 детей. Сейчас вся семья Жидовых в ожидании еще одного малыша. Я вообще по образованию преподаватель дошкольной педагогики и психологии. И когда, помню, на каком-то занятии по психологии, как обычно, ставишь целеполагание, цель, у меня было желание, то есть я еще тогда писала, что у меня будет 5 детей. Я уж, конечно, не думала, что это мне так растянется все, то, что у меня старший 22, и вот только-только, как говорится, еще 5 будет сейчас рожден. Но 5 детей – это как раз-таки та мечта, которая мне очень хотелось всегда. Вот так раз будет, он потом начинает ходить ходуном, животик. Средняя дочь Дарья делится, что всегда старалась помогать маме, учила сестер убираться и готовить. Теперь с гордостью рассказывает, что младшие уже стали самостоятельными. Они гуляют уже сами. Раньше я с ними гуляла. Они просыпаются очень рано, то есть по выходным в 7-8 утра, когда все спят. Они идут и сами готовят себе еду. Ксения в этом году пойдет в 1 класс. С детским садом прощаться было грустно. Сейчас активно готовится к школе. Конечно, вместе с мамой. Читаю и пишу. Учусь читать, но уже умеет читать. Не быстро, но умеет. Да, Ксюх? Кто тебя научил? Мама. Вообще не хожу в школу. Елена рассказывает, что с каждым ребенком у нее начинается новый этап в жизни, появляется новое хобби. Многодетная мама до сих пор работает, за все время в декрете толком и не сидела. Даже сейчас, когда срок уже 38 недель, она продолжает свою профессиональную деятельность. Я ходила с ними, танцевала в слингах, ездили всякие разные поездки. С 4-й у меня получилось то, что я ушла в работу с бизнес-партнерами. В 5-й ребенок, то есть я сейчас пока была в декрете, ну как в декрете, пока ожидала, вот сейчас получила диплом ВАСТ-консультант. И хочу выходить уже онлайн для того, чтобы помогать выстраивать, гармонизировать дом, пространство. Уже совсем скоро в семье Жидовых будет прибавление. И снова девочка. А пока многодетная мама торопится закончить все свои дела. Найти себя, либо потерялись в целях и в рамках бизнеса, в рамках, там, допустим, их каких-то проектов. Помогаешь им ставить цели, достигать. 8-недельные такие встречи проходят у нас. И вот на следующей неделе уже выпускной будет. Как раз мне выпустить их и пойти рожать. Среду выпускной, в пятницу роды. Муж Елены Денис в восторге от такой женской компании, делится многодетная мама. Жить в таком царстве – большое счастье. А совсем скоро многодетные родители станут бабушкой и дедушкой. Старшая дочь Елены и Дениса в ближайшее время станет мамой. А это значит, жизнь продолжается, а счастье приумножается.